Или на Крит Испада. Крит Испада. Дорин, ты скажите, пожалуйста. Куве. Тут есть что? Так, в скором будущем будет минусоваться ЕП за отсутствие фласки. Когда-нибудь мы видим это правило. Не сегодня. Чек. Бафы раздали. Калк крест. Пятую это патча. Это же АФК на готовность. На АФК готовность, на бафы, на здоровье и все так дальше. Нету лап. Продаст кто-то фласку на РДД? У тебя же боевые вещи. Виталик, он готов? Да, мне это, каску. А, че есть. Лак, взяйте, пожалуйста, пороги. Трися, че ты бафал? Каски. Отлично, Фромерч. Кулак раздавай тогда. Иди чет таура коня. Интересно, что это. Чет на баф. Блин, сорян, там только пришел солдат, кто-то там. Ну посиди, может кто-то отвалится. Через час. Только сейчас добрали. Джерин готов, Скарлетт готова. Облака нет. Сейчас. Я мысленно свяжусь с Фромером. Фромер, ты в РК? Дружище, ответь. Фромер. РК. Слабое звено Фромер. Он всегда так. Разве если шуистом надо? Пикни его нахуй, вон вареньку возьми. Вот-вот. Ну, как смотри, тупой. Может он и тупой, но тебе надо поставить себя на его место, и вот вдруг ты сидишь в РК и такое тебе говорят. Смотри, я чекнул, он подтвердил готовность. Чекаю опять. Может он не в РК. Может просто этого РК он просто не слышит, бывает такое, что РК тупит. Промер написал мне. Тута я. Ромер, раздай, пожалуйста, всем кулаки. Давай. Тебе персональная задача на весь рейд раздавать всем кулаки, и если кто-то умирает, ты снова на, ну, его ресет, потом ты снова бафаешь ему кулак. Напиши, если понял. Написал, что ок, хорошо. Чек на баф. Виталий Кун. Все готовы. Пошел макрос на пол. Нам повезло, что у нас божественные хилы в рейде. Джейлис и Кралька. Поэтому ваши задницы будут спасены от слаков. Шипы на шипе. РДД, разворачивайтесь, бейте шип на ханте. Понимаю, это сложно, но постарайтесь. Танки его не разбежались, что ли? Давайте Саку. Бейте шипы все. Может это баг. Давайте снова шипы. Верка гимн отхил.
шип на ханте. Шип опять на ханте. Олег, кем заходи? Уже никем. Понятно. Я могу уступить, если что. Ну ты ругал, но не трогай. Что ты вырос делал? Я тебе писал. Да, я тебе ответил, что я в рейде шаманом. Я плюснул шаманом, пока офнулся, пока собирал, думал, в РС успею сходить. Обычка. Ну, ты дали. Ну, ладно. Может, вот это кольцо на Fire Abyss или нет? Нет, это хлам. Если бы я собирал, он бы успел. Ну да. Так, Скарли, спекайся в танка. Два БТК слева, протопал справа. Мелики слева бьют босса, РД справа. Помогаем друг другу, если где-то не добивается трэш. Промер. Выстаскивай на панельку скилл «Длань жертвенности». Ты меня слышишь? Перед контролем нужно будет кинуть каплю «Длань жертвенности» на какого-нибудь из игрока в рейде. Для чего это делается? Чтобы если тебя кинуло в контроль, ты не прожал эту каплю на босса и не умер. Надеюсь, ты меня сейчас слышал, понял это все. Будешь кидать каплю до контроля. Ну, короче, если тебе понадобится там, скажите. Ок. То же самое ДК. Прожимаем антимагию до контроля. Соу звездопады до контроля. Паладина, можете сейчас баблы прожать свои. Поснимайте сейчас защиту от темной магии все. Ничто не может сломить его, кто откажется повиноваться, будет уничтожен. Тот же, кто будет служить ему верой. Приоритет контроля милики. Потом хант. А дальше уже по вкусу. Кто кого любит. Беги, малышка, беги. Брэдди у нас есть сова. Кралька может вернуть 3 шипа в рейде. Так, кушаю рыбу, 10 секунд, потом идет пул. Так, вторую фазу начинает первый танчить QV, на него напуливаем. QV набирает стаки, 1, 2, 3, напуливайте на Скарлет, это второй танк. Скарлет, ты... Во второй фазе сразу начинаешь бить босса ледяным прикосновением. Чек. Калк. И кушай рыбу, пока ничего не делай. Ну, просто хульню. Можешь 30 секунд поесть, не хилить. Так, собрали в трэш, рога в трэш, все в трэш. Появляются лучи, мы стопаем АОЕ урон. По мобам, по боссу. Контролим людей. Справа надо трэш добить. Два моба живо. Один моб еще. Все, убили. Сейчас будет контроль. Вот, я законтролил луну. Сопротивление пишет. Играем в трэш. Сейчас будет лучи контроля. Следим. Контролем своих. Так, луну за контролем. Луну контрольте, главное. Скатился звездопад.
будет еще один трэш. Так, Оливерка, давай гимномана. Прикиньте, пока мана себе. Стопаем по боссу. Все играем сейчас трэш. 800к маны у леди. Сейчас будет контроль. Следим за контролем, удаляем капельки звездопады. Контроль. Напуливаем на КВ теперь. Лучи контроля пошли. Так, переводим леди. Сразу выходит трэш, мы в него играем. Справа выходит трэш, играем в него. И отбегаем от духов. Так, держим дистанцию друг напротив друга, 12 метров. Вот это хилы. Контроль сейчас будет. Отбегаем от духов, веди леди в другую часть комнаты. Напуливаем на Скарлетт теперь. Сейчас будет контроль, внимательно. Отключаем АОЕ скиллы, отбегаем от духов. Квадратик контролем. Луну застаньте, чтобы Геру не дал. Так, играем в трэш. Отбегаем от духов. Отбегаем от духов. Так, напуливайте на Скарлетт еще. Скарлетт, не веди пока. Теперь веди. Отбежали все от духов. Отбежали от духов, веди леди к трэшу следующему. Пуливаем теперь на Куэ. Сейчас будет контроль. Готовимся контролить. Отбегаем от духов. Так, Луну законтролил. Напуливаем на Куэ. Играем в трэш. Отбежали от духов. Напуливаем на Куэ. Скарлетт 5 стаков. КВ набирает бро. ВФ танчит. ВФ, прожми стойку льда. Выводи леди на другую часть комнаты. Можно добить, кстати, пацан. Давайте контролим Луну. Треугольник. Все, трэш не бьем, если выйдет, играем только в леди. Бегаем от духа. Так, идем дальше. Кто первый на осколке? Не Куэ? Мне в сову здесь? Да, в сову спекайся. Спекайся в сову. Фантастический хил от Кральки. Джелли спасает рейд. Так один дух только хлопнул. Когда на тебя дух идет, он догоняет тебя, но если на тебе есть щит, он не взрывается. Это тоже важно. Очень хорошая штука. Ну, если так, то вообще дается топ. То есть если щит маны прожимать, когда дух подходит, тоже не будет. Этого я не знаю, но про щит знаю. Благодарю духов, что они послали. Скорее всего, да. Свиритель небес. Например, в бабле тоже не взрывается дух. Но скорее всего, да. Если вы поспешите, то и сможете его нагнать. Блин, тролль лучше грани. Кто-то знал на ретрика. Да. Нет. Хромер, тебе надо за 10%, блин, тролль. Да, лучше. Чё, пофиксили?
Не, как урон все равно лучше будет. Там этот крит не сыграет роль, откровенно. Там что, плюс один сокет красный. Да, сокет и там левел выше. А урон от пухи учитывается в особенности. Ну, не знаю, может быть крит сарфомы перевешивает, кстати. Не, высший уровень шмотки. Тоже лучше будет, чем брать. Можно затестить на манекене. Минут по 15 побить с одним с другим. Даже если затестить, какая там разница? 10 DPS? Сегодня мы будем биться. Большая. Поэтому надо долго тестить. Я бы дальше тестил. Вы видите? Что это там? Его стоит взять там, чтобы, например, Келесета побить. Или там йога, когда сравнить делают. Йога это Резекс. Сейчас вы ответите перед Саурфангом! Двигай свою калошу, не то мы ее прямо в небе взорвем! Арте тут делать нечего! Ты скоро пойдешь! Пехота! Сержанты! Ой! Не трогать их! Как ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты умрешь! Корабль под обстрелом! Заклинатели сюда! Зачем эти пушки? Я сейчас написала на КВИП, уже поздно, да, ведь? Напиши еще раз. Ну не поздно еще? Ну, наверное, поздно. Уже третий босс. Я забыла, блин. Вернись ко мне, отец. Перейди на мою сторону, и вместе мы разрушим этот мир во имя плети и во славу короля Лича. Роми, тебе надо? Мальчик погиб у врат гнева. Я здесь, чтобы забрать его тело. Ты не кидаешь, Рома? У тебя нет шансов. Я сильнее и могущественнее, чем ты можешь представить. Мы назвали его Дранош. Не слышал. А в общем, это значит сердце Дренора.
Вообще ничего. Да, ну, посмотрим. Ну, когда нету ничего, это да, нормальное. А так она не бисовая, конечно. Бисовая СРС, типа. Наручи. Да, шла. Ну, я одел их, что-то как давал 10 карты, когда дают. Ну, это не проблема в шмотах, это проблема в тебе, скорее всего. Не гоните за пару секунд, за три там. Хотите узнать, сколь могущественна плеть? Во имя короля Лича! Номер, фурики, все играем в трэш. Фурики стак, который сколько, кстати? Трэш. Трэш пошел по рейду. Луну забираем. Один трэш. Луну заберите, луну заберите, луну, луна растет, танки, все в луну сыграйте. Ох, играйте в трэш. Все играем в трэш, кроме меток. Все в трэш. Фурики, ретрики. Трусы заберите. Трусы и танки. Смарт-кью давай сакру. Зверь у нас поездка передамажит. Ой, лол. Почти 15 дал. Зверин, как дела? Вот и надо. Пау. Звук. Ща, я найду ролл. Бля. Вот. Нам сильно надо. Сильно надо. Давай помолимся, чтобы выпало еще. Если не выпьет, где-то он тебе передаст. Вот человеку поебать ему по игре, а ты его одеваешь, ему даешь. Вот почему, если человек не хочет? Ему же все равно. Ему уже взяли в рейд. Если бы ему сказали, мы тебя не возьмем в рейд из-за этого, так и он идет уже на правах со всеми. А с чего ты решил, что можно поебать? Нет, я не имею в виду про лучше или права. Не, мне просто интересно, с чего ты решил, что ему поебать, что ему все равно. Он тебе так сказал или тебе так показалось? Нет, когда ему сказали насчет бренитроля, он сказал все равно. Интересно, конечно. Трися, ты заскринил это? Я Джерриона передамажил совой, блядь. Олег, убери тотем, там сагрится еще вторая. Слышь, Трися? Да. У него, наверное, монитор потух. Отойдите к порталу. С
скилл у него потух. Там Рогов, блин, на втором месте. Что-то вообще 316 тысяч РДПС. Клаба мало дал. Да, Трися, Войд, топ-5. Понятно. Я не ожидал такого. Я думал, кресты тут 18 дадут, 19. Погнали дальше на чуму. Прижу за тобой. А чё толку то, что они на первом месте? Как ты говорил, они трэш-то не дамажили толком-то. Да, положили болт. Если бы упали от трэша, не как получить. Но мне кажется, трэш можно не бить вот кому-то. Коту. Покажите в трэш. Ну шипешки должны бить стопудово трэш. Я не знаю. Три трэша, там должно быть 180-200 тысяч. Ну вот я так думаю, три пальца если кидаешь. Я вроде давал 220 там или сколько по трэшу. Ну я даю там 16-17 за пристанешь. У кого есть када? Покажите давал трэш. Вон который по 13 кави на ней дамажили и все. Ну коньки так будет рейс. Кто нас затащил? А так конечно бы убивает. Теперь еще хороший. Сзади Валька. Ну давайте добивайте трэш в Вальку пока. Надо свечиться, да? Ну, без понятия. За Вальку собирай. Сейчас взорвется один. Сорвался. Что это за оглушение на 20 секунд? Кто так дает? Фига себе. Нет ни у кого дамага в трэш, сука. Видимо, у кого есть, тот не бьет. Я не умею линковать скаду. Скажи, сколько маг, как всегда, набил? Сколько набил маг в трэш, как всегда? Сделать, чтобы я... Мне показалось на сурке дамаг. У меня просто текущий показывает все время. Я вот это вот не разобралась еще. Как мне вернуть на сурка список? Скада или как? Скада. Спасибо. Ну, варятся вот эти красавчики.
Так, по поводу тактики на Ниломорда. Чек на АФК пока. Так, Альпич, Юнт, вы стоите в центре возле ворот. Хаба, Оливерка слева от босса. Войд, Джерион справа от босса. Жрец, ПД, Пальпация сзади босса. Возле, все возле бочек. Юнт, поставишь ауру на природу. Защита магии природы. Будь, а. Джерион справа, да? Хотя не надо. Жрец ПД в центре, поставишь тотем на силу природы. Джерион войд справа. Обновили бафы. Щит, кулак. Пальпация тут. УВ, заходи. Смарт Кью готов. Да, сейчас чуть мало. Все, блядь. Сейчас, подожди. Погнали. Спину перебежали. Уже смотрим. Право от ворот. Уже пропадает, вы обратно становитесь на то же место, где стояли. Юнт, Альпич, там, возвращайтесь. На кружок длани, если можно. Еще один большой слизень будет. Забирай слизня. Сейчас будет взрыв. Так, взрыв. Все, выбежали на край. Все на край выбежали. Все на край выбежали. Максимус, выходи на дистанцию. Не огорчайся.
новости, народ. Помогаем поднимать. У него есть отличные новости. Он оставил 15800. Плыви по ней в круизы. Ого, да я поэт. Потрясающе. Надо кому-то. Вайф номер тебе отдадим. Тоже бей свои вещи, кстати. Танка. Вот видишь, как делаешь ретрик. Сразу шмот садится. Это на оф роли. Пафаем варахом там. ПС-ку, кстати, лучше маку кидать в таком случае. Ему она вообще зайдет. Сразу дистанцию набрали. Попадайте. Пул. Споры выносим. Квадрат, звездочку. Если споры в мелизоне 3 штуки, я говорю, ник, вы убегаете в метку. В метку, которую я скажу. Так, Клота, давай в квадрат, Фромер, в звезду. Фромер, давайте, выбегайте. Мог бы сместиться, что ли. Станцию наберите, 5 человек, 2, должны 3. Карлик, давай в квадрат, Клота, дамаж. Клота, дебей. Ревностный был. Все вижу. Сакро прожми, Аршан блюет, ДЦ блюет, Холипал хиль. Я пока не могу прочитать. Что там? Мертвец! Мертвец! Йон, ты спора не собрал. Вэфэ, выходи.
Нари звездочки, если есть. Ты надо поезд. Кто оставил столько газа? Я его даже чувствую. Фромер, держи пояс, оденешь его вместо своего. Да, Фромбер, передаю юнту пояс. Свальки выпали без свиньи, вам сейчас прав. Без профу коту надо. Так, на первой фазе стопим дамаг, ждем зеленого. Все милики бьют зеленого. Дух стаи, ханты. Ничего страшного. Промер, твоя задача будет бить босса, смотреть, когда выливается зеленый, переключаться в него. Если тебе откидывать зеленый слизень, ты в него не сбегаешься, ты отбегаешь в РДД-зону. Это на первой и на второй фазе. На переходке, если на тебе будет зеленый дебаф, ты бежишь к столу в метку, ждешь, пока зеленый слизень выберет цель, тогда только начинаешь его бить. Бьешь только в спину, чтобы после взрыва тебя откинуло не в столик, и у тебя не было времени от него отбежать, а куда-то в центр, чтобы было больше времени отбежать как можно дальше от него, желательно сбежаться в метку в центр опять. Вот. Кушаем рыбу. Так, Максимус, кидай проклятие косноязычие сначала на зеленого, потом на красного. Хилы, цель зеленого не сбегаемся перед тем, как он кинет выбор цели. Просто отбегайте от РДД зоны сзади. Не слева, не справа, а сзади. Вара, крик на хп. Что ему только это? Не, на 2 минуты только. Все, иди пистолик. Не прожимайтесь сейчас на первой фазе, прожмётесь все обилки на переходке на зеленом красном слизне. Агри, АКВ. Лужи в миле зоны, отводи быстрее. Стопаем по профу 6%. 5, 4, 3. Так, милики, играем в зеленого слизня. РДД встали в звездочку. Все бьем зеленого слизня. Так, милики сбежали с цели зеленого. Альпич, прожми тучку, наверное, на тебе чума. Все, переводим профа, следим за своими дебафами. На ком зеленый дебаф, сразу к столу. РДД на ком красный, начинаем бить красного. Милики с красным дебафом ждем пока. Так, давайте в звездочку, на ком зеленый дебаф. Все, разобрали цели. Скарлетт, бей пока босса, потом побежишь.
Ладно, беги уже. Бегай. Так, сбежались, на ком зеленый дебаф в звездочку. Смена цели красного будет, трисист. Ты сможешь, кинешь. Боб. Смена цели красного. Смена цели красного. ВФ, беги. На него Боб, отлично. Ну, тогда на тебе Боб можно не бежать от зеленого, от красного слизня, просто стоять. Смотрим колбы и пельмени. Колбы. Так, красный выливается, идут пельмени. Бежали. Влево-вправо отбегайте, а не, не знаю, отбегайте в сторону. Веди, Юнд, веди слизня в мелизону. Великий, играйте тоже с красного. Колбы. Вливается зеленый. Веди профа под зеленого быстрее. Мелики, давайте все в зеленого. РДД в звездочку. От пельменей отбегите. Сбежали в цель зеленого. Каску, крест, пристабав лапу по элему. Отбежали пельмени. Слишком много колб ловите. Давайте больше урона по боссу. 40% будет. Потом играем в красного. Давайте все в красного. Играем до переходки 3%. Стопаем урон по боссу. Все в красного. 2%. Давайте все в красного играем. После колб профа ведешь под стол. Колбы, милики, отбегите. В воде. Катамет, подымай Клота. Войд, подымаем Джа. Встали в звездочку, на ком зеленый дебаф. Давайте, пристабав лапу, кулак, каску пороги и повару. На ком зеленый дебаф, сбегаемся в звездочку. Отбежали. Сбежали в цель зеленого. Скоро смена цели красного. 300к надо еще добить. Добивайте быстрее, 100к осталось добить. Все. Колбы опять будут сейчас. Сбежали в цель зеленого. Джелис, давай гимноману. Отлично. Смарт-кью, забирай босса. Ну, вводи профа к звезде быстрее. Трися, давай на звезду Боб. Понимай, Боб таунти босса. Он не туда побежал, смарт какой-то. Ну, я вижу, что он натворил. Что ты делаешь? Мартки, ты видишь, куда ты ведешь босса? Не на мне, босс. Ну только до этого где он был? На, не на тебе? Тут он... Так здесь был в основном на левой части, вот это были лужи. Я хотел взять его по правой, по дальней. Там побольше места было. Это рейд, ты не туда пошел. То что рейд около двери остался, ничего? Ты на рейд смотришь? Рога, кот.
катамет оденется, считай. Нет. Горите. Скажем спасибо Джинни из Кральки. Ну, там все равно ваншотнулись, там что, два пельменя было, там оставили. Эти упали. Если бы не тяжелые, мы бы сосали. Скарлетт, спекайся у танка, будешь помогать трэш-танчике. Можно бы шкаф, конечно, поставить. Везде кружок станы, в них играем. Ну, а здесь ПЛП БДК. Джерин. А, ладно, Трися, давай, Трися. Это контроль звезду, Трися. Джерин. Кружок. Контрольте, остальное будем убивать. Вниз спускай трэш, а то щетки нет. Ты командир за контролем. В этого в рогу играем. Тактика. Я тут. Тяните командира справа. Контрольте звезду, кружок. Кто-нибудь, неважно. Если не законтролить, ничего страшного. Играйте звезду, кружок, в пустом. Их не без кольца, да. Стадо можете вызвать.
волк. Стан везде. У меня есть рыба. Смотрю, кинешь саку на первом вихре Валанара. Кушайте рыбу. Спекайтесь обратно в Дедепсе. Уэна двоих, на него напуливаем Талдорама. Бафы, кулака нету. Это Фромер. Фромер. Фромер, кулак посеки. Попал он кулак, пошел пул. Теперь набираем все дистанцию 12 метров. Санлейн, непобедимые воины короля Лича. Теперь наши силы едины. Дасанан был досадным недоразумением. Сила сферы позволит Валанару свершить отмщение. И прольется кровь. Сакру. Дистанцию набрали. Кинетика. У ворот падает кинетика. Ворот кинетика справа. Акру прожимай. Позволит Валанару свершить, прольется кровь. Моя чаша полна. И моя королева. Они идут. Ну, мать, плота.
шипы лок. ДЦ холик. Промер тебе надо, наручи. По пороге кулак каску. Мэтс, отправь поэта в бой, чтобы балф был СПД. Дружочек стан. Я только попробую на вкус. Как вам такое? Упак, блядь. Два, да? Как вам такое?
Давай, Сакру. Пойти на маму. Я пока не могу прочитать это заклинание. Ой, поставлю где-то там. Я пока не могу прочитать это заклинание. Это заклинание еще не готово. Как вам такое? Твоя печенька, смоткил. Угу. Обнажите клинки, соратники. Фрайкулы насмерть будут стоять за королеву льда. Лучше умереть сейчас,